Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я вела себя хорошо. Даже слишком, поэтому мне некогда было делать обзоры. И я прохрюкала возможность хайпануть на Devil May Cry 5. Пожалуйста, подари мне на Новый год DLC с участием Вергилия, чтобы я его заобзорила и у меня было много-много подписчиков. И да, пожалуйста, сделай так, чтобы Half-Life Alyx сделали не только для VR, а то какой-то жухлый отстой получается. С любовью, Вокша. Дорогая Вокша, пошла ты нахуй. Я вам что, конвейер, блять, подарки каждому на заказ штамповать? А ты уже взрослая кобыла, детей пора своих рожать, а не в игрушки комплидукторные играть. Довели, блять, а Devil May Cry говно. С любовью, Дед Мороз. Ах ты, свинья прохладная. Привет, ты чё, охуел? Дед Мороз, я вызываю тебя на стрелку в сквер за моим домом. Если завтра в 8 ты не придешь, значит ты не пацан. С любовью, Вокша, блядь. За мат извини. Блять, как же я заебался. Так это еще что, блять? Ебать меня посохом. Ты пришел? Да, я пришел. Давай поскорее разрулим это дело. И я пойду поздравлять детишек. Боюсь, по-быстрому не получится. Тебе еще надо ответить за тот базар в переписке. Ты говори конкретно, за какой именно базар? А за Devil May Cry. Да че с тобой разговаривать? Мнение женщины, сидящей не на кухне, не учитывается. Ну чё, пиздиться будем или как? Еще как будем. Хорошая работа, внучка. Ну, ты не переживай. Вела ты себя ничего так. Поэтому получишь подарок, достойный уровня твоего контента. Держи презент от Деда Мороза.